Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import, и вы находитесь на канале «Первый видеоавторынок». Кстати, если вы на нас еще до сих пор не подписались, рекомендую вам это сделать. На нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора и приобретения подержанных автомобилей, в том числе и обзора на машины, как в формате тест-драйвов, так и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Те из вас, кто достаточно давно подписан на наш канал, знают, что наша компания занимается в том числе и продажей автомобилей без пробега по России. В основном это праворульные японские автомобили. А среди ввозимых в Россию праворульных авто в свое время занимали и продолжают занимать, можно сказать, культовую позицию седаны от компании Toyota. И одним из представителей этого вида автомобилей будет наш сегодняшний герой. Автомобиль с неяркой и некрикливой внешностью, зато очень практичный, экономичный и по-тойотовски надежный. Жителям Сибири и Дальнего Востока эта модель, скорее всего, очень хорошо знакома. А вот жителям европейской части нашей страны наш сегодняшний обзор может помочь узнать что-то для себя новое. Встречайте! Toyota Premio в кузове Т-260. Второе поколение Toyota Premio появилось в 2007 году. Этот автомобиль – настоящий ветеран конвейерной жизни. Последние экземпляры Premio покинули сборочные линии в 2021. За свою жизнь эта машина прошла всего через два рестайлинга в 2010 и в 2016 году, в ходе которых в основном освежали внешность. Но были и некоторые изменения в агрегатной линейке, в основном касающиеся все более ужесточающихся требований к экологии. Что касается линейки агрегатов, двигатели на данных автомобилях были только бензиновые, объема 1,5, 1,8 и 2 литра. Но про двигатели поговорим чуть позже. Трансмиссии на Toyota Premio этой генерации могли быть только вариаторные, никаких механических либо классических автоматических здесь не было. А выбор типа привода был только у покупателей автомобиля с мотором 1.8. Вот они могли получить подобный седан в полноприводной версии. Все остальные автомобили были с приводом на переднюю ось. Наш сегодняшний экземпляр, на примере которого мы будем вести наше повествование, это автомобиль 2015 года выпуска. Это первый рестайлинг. Под капотом полторашка на 109 лошадиных сил, вариаторная коробка передач и передний привод. Модель Premio в иерархии Toyota занимает промежуточное положение между компактным седаном Corolla и большим седаном Toyota Camry. По сравнению с предыдущим поколением, вторая генерация Premio подросла в габаритных размерах. Длина кузова автомобиля 4 метра 59 сантиметров, ширина 1 69 м, а высота 1 47 м. Колесная база Premio в этой генерации 2 метра 70 сантиметров, ровно столько же, сколько было у Toyota Mark II в сотом кузове. Автомобиль довольно-таки маневренный, радиус разворота 5,3 метра и, что характерно, не слишком тяжелый. Снаряженная масса этого кузова 1200 кг, а полная масса порядка 1,5 тонн. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, для этих автомобилей нормой показаний толщиномера будет разброс от 80 до 130-140 микрон, если говорить про родную краску. Что касается коррозии, то на большинстве приезжающих из Японии автомобилей по этой части обычно все в порядке. Исключение, как водится, составляют полноприводные версии, так как есть приличный шанс, что машины эти эксплуатировались на севере Японии, где в ходу антигололедные реагенты в холодное время. Так что если вы смотрите полноприводный автомобиль, осмотр на подъемнике строго обязателен. По передкам вопросов обычно меньше в этом плане. Качество металла здесь хорошее. По традиции знакомства с автомобилем начнем с багажника. Несмотря на то, что Premio это седан, тем не менее такие автомобили довольно-таки часто играют роль единственной машины в семье. Соответственно, вопрос грузовых возможностей этого автомобиля актуальность не утрачивает. Попасть в багажник автомобиля можно несколькими способами. Либо при помощи ручки в салоне, либо нажав кнопку на штатном ключе, либо третий вариант, довольно необычно реализованный, при помощи кнопки на самой крышке багажника. Причем, если ключ будет находиться на достаточном расстоянии, электропривод не сработает. Но стоит поднести ключ ближе и вуаля. Сам по себе багажный проем в данном случае, конечно, достаточно узкий, и что-то сверхгабаритное вы сюда вряд ли погрузите. Ширина проема по его средней части всего 88 сантиметров, но если заталкивать что-то сверху, то ширина в районе 110-112 сантиметров в вашем распоряжении. Высота багажного отделения
до рамки стекла порядка 50 сантиметров. Дальше вглубь высота слегка падает за счет наличия здесь средней полки до 44 сантиметров. Но при этом объем багажника для седана все-таки стоит счесть достаточным. В отличие от многих универсалов или хэтчбеков, где багажное отделение отделано довольно царапучей пластмассой, имеющей свойство быстро терять товарный вид, в данном случае все закрыто войлочным материалом, очень приятным на ощупь и очень хорошим в плане сохранности на вид. Под фальшполом у нас находится докатка, что не так часто встречается на современных автомобилях в принципе, но Toyota все еще предлагает подобное в качестве опции. И пенопластовая емкость, формованная под штатный инструмент. С левой стороны в нише пола располагается домкрат, а справа в данном случае просто пустое место. Причем надо сказать, что материал, из которого изготовлен фальшпол, в данном случае это не картонка, а что-то напоминающее пластмассу. Правда, визуально на картон она все же похожа. Несмотря на то, что автомобиль имеет кузов седан, но длинный груз на нем увезти у вас все же получится. Если вам потребуется это сделать, как и на Camry 40-ке, вы можете здесь сложить спинки заднего сидения. Правда, делать это в любом случае придется из салона. Ровного пола вы в любом случае здесь, конечно, не получите, но, во всяком случае, погрузочная длина багажника возрастет с 96 сантиметров до как минимум 1,65-1,67 м. Ну а если протолкнуть длинный узкий груз между передними креслами, то еще больше. Так что, в принципе, в плане практичности у премиум в этой генерации все очень даже неплохо. Ну а теперь поговорим про салон Toyota Premio второго поколения. Как человек, знакомый с праворульными автомобилями 90-х годов, я хочу сказать, что при попадании в этот салон возникает некое ощущение уютной ностальгии. На это работают в том числе и фактура используемых в отделке салона материалов и их расцветка. В светло-бежевом варианте, как в нашем случае, салон действительно получился каким-то по-домашнему уютным. При этом надо сказать, что в отличие от большинства современных автомобилей, пластик, например, приборной панели здесь очень и очень мягкий, так же как и верхние части дверных карт. Средина в данном случае вообще полностью отделана тканью. Никаких кричащих новаторских дизайнерских решений в этом салоне вы точно не увидите. И если вам доводилось поездить хоть на одной Toyota, то вы без проблем почувствуете себя здесь в своей тарелке. Все здесь будет абсолютно интуитивно понятно. Что касается посадки за рулем, первое, что следует отметить, это очень большой диапазон регулировки рулевой колонки, как по наклону, так и по вылету. Так что у большинства водителей, как я предполагаю, не будет проблем с подбором оптимальной посадки. То же самое касается и диапазона регулировок водительского кресла. Если опустить водительское сиденье максимально вниз и сдвинуть назад, то моя левая нога будет практически выпрямлена в колени, касаясь носком пола салона. Но при моем росте 1,86 м я бы даже подвинулся слегка поближе к рулю. В целом данную посадку можно уже назвать удобной. Так, что касается опоры для локтей, с этим здесь тоже все в порядке. Под правую руку предусмотрен подлокотник, отделанный кожей на дверной карте, а под левой рукой тоже подлокотник на центральном боксе. Он хоть и невысокий, зато имеет регулировку по длине. Под этим подлокотником скрывается достаточно небольшой, но все же бокс, нижняя часть которого оклеена тканным материалом. Что касается клавиш управления и приборной панели. Панель приборов здесь довольно лаконичная, простая, все необходимое есть, читается она очень хорошо. Разного рода кнопками панель также не перегружена. Под правой рукой у водителя у нас пульт управления стеклоподъемниками, причем все четыре стекла имеют автоматический режим как на подъем, так и на опускание. Клавиши центрального замка и блокировка стеклоподъемников. Вправо абсолютно типичный для любой Toyota блок управления боковыми зеркалами, регулировка складывания, кнопка запуска остановки двигателя, которая прячется от вас при нормальном положении водителя за рулевым колесом. Само рулевое колесо здесь очень напоминает таковое в 40-й Camry. На левой стороне у нас клавиши управления аудиосистемой, громкость и настройки каналов, а также режимов работы. А с правой стороны, там где обычно располагается блок управления круиз-контролем, у нас блок управления климатом. То есть температуру в салоне автомобиля мы можем корректировать, не отвлекаясь от дороги, при помощи клавиш на руле. Довольно нестандартное решение.
По центру приборной панели посредине у нас большой экран мультимедийной системы, которая в данном случае выглядит несколько чужеродно, и можно предположить, что это не заводская мультимедиа в данном автомобиле. А под дисплеем мультимедийной системы располагается блок управления климат-контролем. В данном случае климат автоматический, но рассчитанный только на одну единственную зону. Управлять климатом мы можем как при помощи клавиш на панели, так и при помощи клавиш на руле. Это уже упоминалось. Клавиши управления на блоке климата тактильно различимы, и после некоторой привычки можно, в принципе, управлять всем этим хозяйством, не отвлекаясь от дороги в принципе. Слева у нас также есть клавиша включения-выключения системы стабилизации. Ну и на этом все. Что касается бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения. В центральном боксе, как уже упоминалось, есть небольшой бардачок. Есть довольно глубокие подстаканники в центральной консоли. И по передней части у нас есть гнездо под прикуриватель и что-то типа пепельницы. Вернее, не что-то типа, а скорее всего пепельница это и есть. Правда, сам прикуриватель в нашем случае уже отсутствует. И в верхней части под фальшпанелью скрывается бардачок. Он не очень глубокий и не сказать, что большой по высоте. Но, например, мобильный телефон сюда в принципе положить можно. Перчаточный ящик в данном случае у нас один-единственный. Он не сказать, что слишком огромный и глубокий, но и маленький. Его тоже не назовешь. Вполне себе стандартных размеров удобный бардачок. Внизу дверных карт, кстати говоря, есть небольшие карманы, передняя часть которых отформована как углубление под бутылочку объема 0,5 литра. Что касается обзорности в этом автомобиле, придираться здесь вообще не к чему. Боковые зеркала, несмотря на зауженную форму, имеют большую площадь и весьма информативны. Передние стойки, несмотря на значительную ширину, не сказать, что уж сильно затрудняют обзор. Передняя панель, по сравнению, например, с филдером 2014 года, здесь достаточно низкая. Соответственно, и ощущение узости лобового стекла тоже не возникает. Что касается обзорности назад, помимо того факта, что это седан с достаточно низкой по нынешним меркам линии багажника, здесь есть также еще и камера заднего вида, которая значительно облегчает маневрирование при парковках. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем ряду. На заднем ряду Toyota Premio на самом деле места в принципе вполне достаточно. Во всяком случае, коленями я не касаюсь переднего сиденья. В его верхней части запас по месту здесь есть, но он достаточно небольшой. Хотя, если водитель будет ростом поменьше, чем мои 1,86 м, скорее всего, и место здесь останется, конечно же, больше. По центру пола внизу у нас есть достаточно высокий тоннель. Это следует учитывать, если вы планируете часто ездить с третьим пассажиром на заднем ряду. Само сиденье при этом не имеет четко выраженного профиля под двух седоков, поэтому теоретически третий пассажир здесь не будет лишним. Запас пространства над головой есть, но он, опять же, не очень большой. У задних пассажиров присутствует подлокотник довольно широкий, с удобными подстаканниками, но никаких отдельных дефлекторов вентиляции им не полагается, разве что свои собственные плафоны освещения. Под правой рукой у нас также есть опора. Это подлокотник, отделанный кожей, ровно такой же, как на передних креслах. И такие же небольшие выемки под бутылочки внизу дверных карт. Кстати говоря, еще одно удобство для задних седоков. В отличие от многих других седанов, особенно это касается компактных автомобилей, у Toyota Premio предусмотрена регулировка спинки по наклону. В данном случае стоит максимальное вертикальное положение, но спинку можно и наклонить. В этом случае сидеть становится уже гораздо удобнее. Это такое полулежачее откинувшееся положение, в котором можно спокойно выдвигаться в дальнюю дорогу. Причем с изрядным комфортом. Ну а теперь про двигатели. Под капотом этих автомобилей располагались только бензиновые агрегаты. Младшим в линейке был 1,5-литровый 1NZFE. Двигатель крайне распространенный, который ставился на абсолютно огромное количество моделей концерна Toyota. Данный силовой агрегат — алюминиевая рядная четверка с гильзами. Два верхних распредвала, цепной привод ГРМ и самый обычный распределенный впрыск топлива. Присутствует фазовращатель на впускном распредвалу. А также на современных версиях этого двигателя уже стоят гидрокомпенсаторы, поэтому зазоры клапанов регулировать не нужно. Мотор этот крайне простой и достаточно неприхотливый.
Он отличается очень неплохой топливной экономичностью, хотя и не наделяет автомобиль какой-то ураганной сногсшибательной динамикой. Что касается слабых мест этих силовых установок, то по большому счету их не так уж и много. Владельцы подобных двигателей отмечали появляющийся с возрастом и пробегом расход масла на угар. Проявляется это, как правило, не ранее 100 тысяч километров пробега и связано либо с маслосъемными колпачками, либо с залегшими маслосъемными кольцами. Также в приводе ГРМ на этих двигателях используется достаточно тонкая роликовая цепь, которая, как правило, требует замены где-то раз в 150 тысяч километров пробега. Также, эксплуатируя подобный двигатель, не лишний будет время от времени чистить дроссельную заслонку и клапан вентиляции картерных газов, дабы не иметь проблем с плавающими оборотами. Забитая вентиляция картера также может привести со временем и к появлению течи масла. Так что если вы смотрите автомобиль с большим пробегом, как минимум проверку на дымность провести стоит. Также осмотрите двигатель на предмет отсутствия масляных течей. Крышка клапанов, лобовина, ну и традиционные стык коробки и самого двигателя на предмет подтека коренного сальника. На этом конкретном экземпляре пробег по Японии всего 18 тысяч километров, поэтому никаких вопросов по мотору здесь, само собой, разумеется, нет. И еще долго не будет. Что касается старших по объему моторов 1.8 и 2 литра, то эти моторы относятся к одному семейству. 2 ZR FAE и 3 ZR FAE соответственно. Различаются они рабочим объемом и, соответственно, мощностью. Причем двигатель 1.8, в зависимости от того, агрегатировался он с полным приводом либо с передним, мог также иметь разную мощность. Полноприводные машины могли выдавать 131 либо 133 лошади, а передний привод 143 либо 144 лошадиные силы, в зависимости от периода выпуска автомобиля. Двухлитровые моторы были помощнее, 152 или 158 лошадей. Конструктивно ZR-серия — это все та же алюминиевая рядная четверка, два распредвала, гидрокомпенсаторы, цепной привод ГРМ. Единственное, что на этих моторах использовалась система изменения высоты подъема клапана Valve-O-Matic, которая, в отличие от фазовращателей на обоих валах, на больших пробегах бывало подкидывала ряд вопросов своим владельцам. И вопросы эти в большинстве своем связаны не с механической частью системы в головке блока цилиндров, а с ее блоком управления. Например, вследствие попадания внутрь влаги и окисления контактов платы. По большому счету, если вы приобрели автомобиль с двигателем ZR-серии, который еще не ест масло, и вы будете поддерживать мотор в чистоте, регулярно меняя масло, используя при этом качественные горюче-смазочные материалы, а также время от времени чистить тот же самый дроссель и поглядывать за насосом системы охлаждения, дабы не проморгать момент, когда помпа загудит или потечет, то данные двигатели отработают у вас без каких-либо вопросов под 300 тысяч километров пробега, а возможно даже и более. Так что к когорте бедовых агрегатов ни один мотор под капотом премиум не относится. Не больше вопросов и к вариаторным коробкам, используемым здесь. Разумный подход к эксплуатации автомобиля, смена масла раз в 40 тысяч километров вместе с фильтром, и трансмиссия у вас отходит также более 250 тысяч километров пробега. Тем более, что ни с одним из моторов Toyota Premio не является гоночным болидом, провоцирующим на агрессивное вождение. Ну а перед тем, как заглянуть на Toyota Premio второй генерации снизу, давайте посмотрим, как обстоят дела с дорожным просветом. Каталожное значение клиренса для этого автомобиля 160 мм в низшей точке. Но парковаться к поребрику, как водится, вы будете все-таки передним бампером. И до пластикового фартучка защиты здесь 18 см. Это вполне себе нормальный показатель для легкового автомобиля. Чуть поменьше расстояние у нас до переднего края порога, это 17 сантиметров. В задней части до поддомкратника целых 19 сантиметров, но пластиковый брызговик подвешен пониже, 16,5. И нижний край заднего бампера — это 24 сантиметра. Причем не сильно ниже этого значения у нас и расстояние от земли до банки глушителя. Поэтому парковаться задним ходом, да и любым другим ходом к поребрикам на Toyota Premio можно смело. Клиренс на этом автомобиле, в принципе, может сравниться с кроссоверовскими показателями. Что касается подвески Toyota Premio, в данном случае все просто и традиционно для данного класса автомобилей. Спереди у нас Макферсон. Из хороших моментов здесь можно отметить как нижние шаровые опоры, которые,
крепятся к рычагам болтовым соединением, и, соответственно, можно поменять их отдельно, не меняя весь рычаг в сборе, так и нормальный доступ к стабилизатору поперечной устойчивости. Так что для замены втулок подрамник в данном случае вам скидывать не придется. Низшая точка под днищем автомобиля, в данном случае 160 мм, это балка, соединяющая подрамник с телевизором. Если здесь будет установлена металлическая защита, то вот под ней как раз и будет наименьшее расстояние. Но в целом это все равно намного лучше, чем у многих других современных автомобилей. Рулевая рейка на премию этой генерации уже полностью электрическая. Соответственно, никаких проблем со шлангами ГУР, утечками и так далее у вас не будет в связи с отсутствием таковых. С учетом маленького пробега этого конкретного автомобиля, каких-то вопросов по технической части, либо по ржавчине здесь нет и в помине. Что касается задней подвески, здесь у нас обычная балка. Задние тормоза на этих автомобилях барабанные. Объем топливного бака на премиум 60 литров, что вполне достаточно с учетом небольшого расхода топлива этого автомобиля. Ну а сам топливный бак в данном случае не пластиковый, а металлический. Таким мы увидели сегодня автомобиль Toyota Premio в кузове Т-260, второе поколение, первый рестайлинг, с пробегом 18 тысяч километров по Японии. Если вас заинтересовала именно эта конкретная машина, которая находится сейчас на нашем подъемнике, есть приличный шанс, что к моменту выхода видео автомобиль все еще будет находиться в продаже у нас в компании RDM Import в городе Новосибирске. Всю интересующую вас дополнительную информацию по машине вы можете уточнить, воспользовавшись контактными данными в описании под видео. Ну а если у вас была или до сих пор есть премка, вы проехали на ней не одну сотню тысяч километров, и вам есть в чем нас поправить, чем нас дополнить, обязательно пишите все это в комментариях. Ведь людям, которые смотрят себе подобную машину, именно ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Ну а вам спасибо за просмотр и до новых встреч на канале. Пока!